Скажите, а у вас в Башкирии есть секция молодых ученых, секция молодых кардиологов? Вы как-то участвуете вот в этой группе? В принципе, как таковой ячейки такой молодых кардиологов нет, хотя, конечно, не факт, что она, в принципе, и так нужна, поскольку, в общем-то, есть секция молодых ученых при РКО, и, в принципе, наши молодые кардиологи активно участвуют. В частности, мои аспирантки, они вот приезжали в прошлом году на форум молодых кардиологов. В прошлом году моя аспирантка участвовала в конкурсе молодых ученых. Еще одна аспирантка, Елена Чербакова, она получила грант на поездку в Лондон на конгресс и выступала с постерным докладом. То есть, в принципе, мы очень активно. То же самое касается кафедры кардиологии при Башкирском государственном медицинском университете, который тоже очень активно работает с обществом молодых кардиологов, и которые они тоже ездят на разные форумы, в том числе получают гранты на различные поездки, участие. В общем, так что процесс идет.